На сегодняшний день в неухоженном состоянии в Волгограде находится порядка 20 парков. Необходимо не только благоустраивать эти территории отдыха горожан, но и сделать их интересными для досуга. Так, вице-премьер правительства Павел Крупнов предложил закрепить каждый из скверов и парков за отдельным министерством. Допустим, берется какой-то парк, закрепляется, скажем, за Министерством спорта и туризма, и там реализуется идея, связанная с олимпийскими чемпионами. У нас очень много олимпийских чемпионов, выходцев из волгоградской земли, поэтому, в принципе, мы могли бы заложить эти 15 звезд и сделать такую аллею олимпийских чемпионов. Я думаю, что это будет всем интересно. Может быть, там предусмотреть какие-то спортивные площадки дополнительные. Благоустройству парков и скверов областные власти намерены привлекать частных инвесторов. Кстати, подобный опыт уже применяется в ряде регионов.